Продолжение. Как раз есть свежий отчет наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Более 20 украинских танков, а также бронетранспортеры и грузовики с орудиями на буксире замечены в буферной зоне в Донбассе. Кроме того, ОБСЕ изучает возможность круглосуточного наблюдения в районе населенного пункта Широкино, близ Мариуполя. Там стороны конфликта находятся слишком близко друг от друга в результате перестрелки все последние дни.